Блин, сзади две, там две инверсии, вот одна из них истребитель облучает. Прям чревато. Так, добавляю что-то, горку не перелечу, иначе. Чтобы стартовать, Так, я поворот дома. вправо повернул. Майкоп. Я вправо поворачиваю, иначе сейчас будет цель. Мне жопу тут напихают. А, все, уже пришли. Да рядом, сейчас вот буквально перевалиться через какой-то перевал. И здесь где-то наземка будет. Ага, вон она. Я что-то Где? место узнаю. Да слева, скорее всего. Да. Блин, да что ж так фризит, ёб твою мать. А, ё-моё. Чё, прям на нее Сразу вышел? лезу, да. Сейчас я туда к сачам схожу. Не подставляйся. Ух ты, ёб, мне уже полетели в меня ракеты. Фух. Отходи, отворачивай. Сухогруз Готово. включен. А мне Ага. кажется, ты на них летишь. Кого на них, на ракеты? Ты на них летишь. Подожди. На кого на них-то? У тебя курс какой? Так, ладно, даже не отвлекаюсь, буду сейчас заход Хорошо, делать. ладно. Опа, у меня захват. С аэродрома я ныряю, прячусь. Меня тоже захватили с аэродрома. Вау, по мне попали. Алло. Чё-то это не с аэродрома, походу. Там жопа прилетела. Короче, меня F4 сбил. Четвертый. Да, фантом. Так, это боты. А, понял. Я только хотел предупредить, что Завар, осторожнее, там боты появляются, когда прилетаешь на земку работать. А, так, F4 одного сбили. Ну чё, мне лететь, Завар, Да, или давай, давай, вас давай. наводить? Не, Полетите, полетели, а? полетели. Я тоже только рулю еще. А, вот как раз водолазу придет. Я пока Ребята, тут зелень чего-то вынесу. пытался только один синий. Да, так Ну тут получилось. боты все равно будут мешать. Давай, подключайся. Ну да, нам прикрышка нужна, а то Я уже проморгали. заправляюсь, стою. Кира себе, что такое? 166-й, 200, Нам 3. гарцуют. Обнаружена цель. 184. Удаление 90. На 9000. Сближайтесь. Твою мать! Что, меня сбили? О! Собираю. Сейчас все полетим. Отлично. А тебя что? Кто? Наземка? Да, на землю. Блин, жму, ракета не сводится. Блин, Ты давай эту по хрень. парку этому работали, Красной Поляне? Да. 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 Нет, тут жить, конечно, вообще нереально медленно, мало то есть. Научимся.
грозой Blue Flag. Данный исполнитель. Лучше бы съехать или сбоку займи, потому что вдруг кто-то садиться будет. Мы только-только вот вешаемся. Надо время. Да, точно, 75 топлива. Да, да, я тоже удивился. Но это чтобы как-то скомпенсировать более продвинутые модули, где кнопочки надо щелкать. А вот тут Красная Поляна, ну-ка. Командир, борт направлен. 166. Шапочка. 203. Обнаружена цель. 152. Удаление 260 на 500. Сближайтесь. Майкоп. Командир, оружие подвешено. Блин, да я еще просто пожадничал, блин, шел до последнего. А вот как раз вчера я и хотел, чтобы не было вот этого чувства, вот надо долететь, надо пустить. Ну да, да. Все. Я не сыр, я жду, блин. Как раз идея, если не получается, все, отворотно, повторный, да. Потому что там чуть-чуть зазеваешься, и тебе сразу по жопе прилетает. А плюс то, что мы, блин, конечно, разделяться не надо было, тут тоже мой косяк. Нет, вы что? Я без вас тут. Дальше в кино не пойду. ПРР-ку я все-таки возьму. Роману, привет. Это на стриме, не в ТС-ке, да? Да. Роман, привет. Пиши запуск. 166. 203. Обнаружена цель. 127. Удаление. 450 на 500. Расходитесь. Пишет. У нас враг над Майкопом. Тут еще это, блядь, СРС-ка работает. Да, тут движуха в СРС-ке мощная. Как ты узнал, что он враг? Вроде не отвечает никто. Ну как, вон написано, что над Майкопом враг. Там еще Апшеронск, это где-то рядом, сейчас скажу. Нет, так я не найду, конечно. А, вот, Апшеронск, господи. По курсу взлета 20 миль. Вот. Поэтому чревато сейчас взлетать. А если взлетать, то шкерец. Блин, что движок не запускается? Рут. Точно, твою мать. Я же торможу. Не говори, блин. Сервак называется Blue Flag. Blue Boys. 166. Остановитесь. 166. Бадди Спайк, там еще Blue Flag. Это как бы большое имя. Его и так можно называть. Да, я тут на сайте. 166. Остановитесь. Я готов выруливать. 166. Я на рулении. А, кого-то вижу, да. 166. Я тоже. Остановитесь. 166. Остановитесь. Там 166. 166. Это я, по-моему. 166.
Остановись. Мне как-то пофигу, что он там бормочет. 1-6-6. Остановитесь. ДБД, а ты не знаешь, можно выключить этого РПшника, а то забодает. Запроси, там, или откуда где-то, бля. Тут так быстро ломится, на рлёжке. Ну, я, наверное... А чё, быстро? Да, давай, проезжай. Я же говорю, я всегда вас обгоняю по это, по обочине. Вы как-то медленно рулите. Что? Опять на аэродром собрался? Да, я по РРке взял. Ну а как же? Как же без них-то? Да, ну нифига себе. Если каждый бы взял по ПРРке, то за заход мы бы вынесли три каких-нибудь ПВОшные гадости. Там, не знаю, шилка, не шилка. Чё у них там? Хоуки стоят, господи. Там всего-то, по-моему, 6 или 8 ПВОшек стоит на аэродроме. Вот так пару раз прилетел, и все, и филд без это, без прикрытия. Точно, ПАК-4 авиабаза. Дорога 100% пишет. Что ты смотришь? А вот это, сейчас ссылку кину. Ой, не надо. Ты понял, да, где я тебя смотрю? Ну, на сайте. Я думал, ты в игре что-то читаешь. Там в игре на сайте с задержкой. Водолаз из Тора? Водолаз на исполнителе? Заливай, до сотки заливаем. Группу взлетать? Нет. У нас уже прошлый инцидент еще памятен. Сейчас вот недавно при взлете тоже зацепились. Казалось бы. Казалось бы. Как на разбеге. Ой. Простите. 193. Дайте курс ближайшую цель. Ой, блин, напугал. Чё? В это... Не ожидал? Не ожидал увидеть брата старшего? Бля, вот громадина стоит. А я ещё думаю, блин, пристраивается к нему на 6. Чё, доливайте до соточки. Я готов. ВПК, не забудьте ВПК. Что еще заливают? У тебя нет, 100 стоит, все, 100. Ну да, а вот заправлен ВПК. Все, я тогда первый взлетаю. На 165 после разворота. Дим, понял, да? На высоте можешь идти или там понизу, неважно. В общем, радаром свети в сторону свечей, сочей. Смотри, может, кого найдешь. Рано еще? Нормально. Давай, летаю. Окей, принято. Гарри, побольше, главное. Заодно скажешь, нормально, нет? Как все прошло? 1-4-0. Ах ты хитер, на мне экспериментируешь? 1-4-0. Остановитесь. Ну чё? Пока нормально. Режим 90 пока поставил. Нормально всё. Ну всё, я там следом. Так, режим 8 примерно поставил. Курс 165 сразу после взлета. Иду где-то на соточке.
Закрылки убирайте плавно, а то провалитесь. Мы тяжелые. А, так, ДБД, отмена. Мы перед взлетом получали сообщение, что над Майкопом вражеский самолет. Если что, покрутись там, посмотри, может, ДРЛО тебе скажет. Вот. Так, на курсе? Да, 165. Иду по линии электропередач. Длина, ты увидишь? Нет? Да. Нет, не вижу. Да. Набираю высоту. Сейчас метров 300 наберу. Режим 8-8 у меня. Я одного вижу пока. Это я тут вижу. Все, она курстала. Набрал высоту. 300 метров. Сбрасываю высоту на 60. Вы на 165 идите, увидите по любасу. Но одного я вижу. Сидит. Восемьдесят процентов тяги ставлю, все. Что по фэншую? ПФ-10 я сейчас прошел табачный слева от меня. Курджипская буду подходить к северу через там секунд 20. 203-й. 193-й. Дайте курс на ближайшую цель. 193-й. 203-й. Скорость 480. 1, 1, 5. Удаление. 165 это наверху же показывает, да? Да. Сближайтесь. У меня вот тут курс 170 аж стоит, а по R10 я не туда лечу. Да, опаздывает маленько. Ты гироскопы раскручивал 3 минуты? Да. Ну, по F10 ты в любом случае идешь на 165. Да? Ну, то есть, посмотри, я вот иду вдоль своей линии, прочерченной. Нет. Что-то странно. У меня и курс правильный, и на самолете, и на карте иду ровно. Я вижу только одного перед собой дымить. По F10 Курджипская прошел. Следующий Каменномосский будет минут через две где-то. Скорость 500, 85 режим поставлю, чтобы не улетать от вас. Пойму, короче. Так, догнал кого-то. Я в автопилоте иду ровно, не дергаясь вообще. Олег, вот смотри, а ножки включил. Так, а я... Так, тогда я включаю. Значит, я за Мишей. Ага, да, справа наблюдаю. Так, это сушка, это сушка. Короче, у меня вообще это не то показывает. У меня сушка идет. Начните крылом кто-нибудь. Вот водолаз качает. А ножки у меня моргают. Блин, а что, вообще за чужой сушкой иду? Это я тут, вон. Не надо, ЛТЦшки не бросай. А, вот, кто здесь мигает? Я. Ну, значит, забыл. А, ну, а, так вот, а справа сушка летит, да, да, ДБД. Да. А ты за мной. Да. Дим, занимай высоту экономичную. Так, чуть я не провалился, надо набрать, а то я сейчас в землю впилюсь. 90 поставил. Так, ДБД, набери высоту, радар включай и свети в сторону Сочей, там влево, вправо. Ага, это как раз со стороны Сочи. Идея такая, если люди хотя бы чтобы знали, что ты есть, они будут уже на нас, скажем так, внимания не обращать. Он высоко. Это F4 может быть там, или этот KC-130, там может заправщик.
Водолаз, если ты летишь и нас не видишь, не знаешь где, у нас режим 90, скорость в данный момент где-то 450, курс 165. Да, вроде все по... Выпрямился, короче. Миш, автопилот куда давить? А. Дим, еще раз повтори про ракет. ДБД. Сбили. Тебя сбили? Да, да. Я вот сбил. Да, я сбил. А, ты сбил? Я, а... меня и я его. Вот, ну блин, а блин, да. Он с собой закрыл нас, он бы сейчас нас тут почикал, как куропаток. К нам? Так, ныряем. Да. 166-203. Олег, видишь? А, вон он дымит, да. Может, собьем его давай? Где? А это наш или не наш? Надо определить. Он над нами сейчас, захожу на него. Определи сначала, кто это. Над тобой. Вижу, вижу. F-18 что ли, не могу понять. Я не могу нос поднять. Дистанция не меняется. Наверное, далеко, да? Не знаю, ну, наверное. Ну, по ощущениям, да. Захват был. Ну, мне кажется, все-таки далековато. Он на газутке вроде встал. А зачем? Ты просто ракеты сейчас истратишь. Ладно, а зачем? У нас там еще будет приключение. Тут долететь-то целое приключение. Но он дымит, скорее всего, пошел домой, Дима, да? Ну, наверное. Просто надо нырнуть, чтобы он за нами нет, не гонялся. Я вот в ущелье ухожу. Вижу того вы, дымного вот этого. Коптерка, коптилка. Я вот по речке иду. В ущелье. Пока никого не вижу. Из вас имеется в виду. Да, на полпути, блядь. Повернул по речке вправо на развилке. Я справа, справа, Савар. Я направо тут повернул, да-да-да. Ну, я не знаю, поворачивал ты или нет, просто я видел, что ты сзади летел. Там речка направо поворачивал, вот я по ней пошел. Я тоже знаю. 166-203. Сближайтесь. По речке чуть влево, по левой приток. По левому притоку пошел, на всякий случай повторю. Я слева, налево вот здесь повернул, Завар. По речке иду. У нас с жопы истребителя облучает. Может, свой? Да хер его поймешь. 166-203. Да, у тебя. Обнаружена цель. 2-1-0. Удаление. 29/500. Расходитесь. Захват. Ага. Пошел влево. Ну это же захват, не ракета, зачем ты отстреливаешь?
Откуда ты знаешь? Он может тепловую при это пустить, а захват... Ты за мной идешь? Я вправо разворачиваю. А, я влево. Я там вижу инверсия какие-то. Да, так, он меня походу потерял. А, нет, вот. А, это нет, это не он. Что такое? Да, звонить, писать, все начали, отвлекся в дерево, влетел, бля. Не получится. 193. Я, походу, не перескочил, перевал. А, во. Ребят, все, до свидания, завтра расскажу. Хорошо. Давай, да, пока. Давай, удачи. Вот. Блин, я гору не пойду. Чуть-чуть еще. Это бот здесь, да? Походу. Ну, мне так кажется. А если Дима кого-то сбил, то F-18 без потерь. То есть он с ботом перестреливался. Блин. Че, перелетел? Да, прошло. Я в захвате. Ага, значит, он за тобой пошел. Ты на 165 сидишь? Ну, на красную, да? Да? Понял. Спереди захват, захват. Угу. А если ты высоко, может, это Сочи? Возможно. Посмотри, под березой там лампочки. Первая или третья? Какая горит? Ну все, уже отпустили. Обращай по березе, первый или третий. Первый истребитель, третий ПВО. Так, я, наверное, сейчас буду выходить на цель. Не пойму, где я, кто я. Ты по F10 посмотри. Ну слушай, я далеко, я там виражил долго. Да, цель. Может, это наш захватывал, блин? Ух ты, в захвате. Да, это Сочи меня захватывает. 203. Чуть из-за горки вышел, сразу Сочи захватило. Ты куда летишь, Олег? Курс, курс, скажи просто курс. Да тут я круги нельзя. Просто курс скажи. А, ты в вираже? Да, понял. Блин, ну где она? Это же здесь должна быть. У меня просто контакт пролетел. А, вон где, все, я нашел. Блин, я контакт видел, сейчас жопа какая-то настает прям. На это, на фоне зеленки профукал его. Да может, я это и есть, шкуру тут тру. Эту строю заход. Слушай, если это был ты, то ты летел на восток. И, ой, на восток, тьфу ты, на запад, то есть в сторону Новороса, к
как-то это не очень похоже на. И ты не в вираже был, ты просто прямо летел, по-моему. Да, да, я просто оглядывался, немного сам наклонялся. Так ты летел от цели. Вот я да, поэтому да, и спрашивал. Да. А. Так, захват. Захват истребителя со стороны Сочей примерно. Захват. Блин. Сейчас нам тут надают. Надо двух истребителей брать. Пуск. Есть попадание. F какой-то здесь у меня крутится. Сейчас он меня сожрет. Блин, все пришлось сбросить. И ракета тоже. К тебе пошел истребитель. К тебе пошел. Это он к тебе пошел. Блин. Че, сбил? Дерево сцепил. Блин, я тогда ухожу. Я прячусь и ныкаюсь на максималке, но возврат пошел. Потому что я сейчас сдохну. Такое чувство. Тимоты где? А я не помню, он говорил что-то? Я что-то не помню. В общем, смотри, я на возврат, ты тогда, если выйдешь к цели, я сушку возьму, я тебя прикрою. Давай, давай. Ну ты пока не торопись, я, может, уйду от него. Там тип самолета, я что-то не определил. И сквозь этот Илс вообще адско смотреть. Да. То ли F-14, то ли F-18, то ли F-4. Не, F-4 вряд ли такой был. Он серебристый какой-то. Хотя раскраску, может, поменял какой-нибудь. С вами. Дима? Да. Ты где? На Кузнецове. Мощно. А ты от Сочи далеко? Еще раз. Приблизительно, что 220 километров. А, может, с Майкопа полететь проще? Там ближе. Там ближе намного. Ну ладно, с Кузнецова идея такая. Надо к Сочам на Красную Поляну прикрывать, потому что сейчас... Давайте вы вдвоем прикрываете, а я штурмовать буду. Да, да, да. Ну... Такая идея и была. Потому что одному истребителю тяжело, если они пары приходят, вот как в прошлый раз, и все. Ну, второй истребитель был, нас захватывал. Тоже мог сказать. Ты его мог не сбить? Я пустил по нему. А ты... Ты вроде сказал, что ты его сбил. Ну, не показалось, что я его сбил. Ну, он попал, да, он дымился. Я уже стрелял по дымному. Нет, это тот, который дымный, это обычный выхлоп был. Ну, по крайней мере, у меня... Не, видно было, что скала. А, да? Видел, да. Слушай, ну, вроде бы он меня потерял. Тьфу-тьфу-тьфу. Я сейчас уже на возврате. Скоро из гор буду выходить.
Много прав есть? Да. Только надо почитать. Я, к сожалению, не знаю, как здесь заправка осуществляется. Миль лететь. 203, 193. Дайте курс на ближайшую цель. 166, 193. Ты че, Дим, может ты прикроешь, это полечу туда, может быть? 6, я взлетаю. Да-да, ты лети, я ж тебя догоню. Просто не сильно быстро лети. Хорошо. Рулей на полосу. 1-5-2. Разреши рулей на полосу. А я, получается, не в топорах стоял в самолет. 66-203. То есть на тебя надежда. 1-8-2. Удаление. Ну да, кто запускал, такая серьезно парк, но там это видите, он не закрепил. А по-моему здесь так вью есть. Смотрим, что там кто делал. Ну чё, как тут у вас обстановка? Ты кисло. Тебя не хватает. Какие, да. Нас все бросают. Почему все бросают? Я вернулся. Заходи. Тешку пошли, они нас прикроют. Тешку, я только настроил, я еще даже не запутаюсь кнопку. А 27-я? Есть? 127? Да. Есть, конечно. А, нормально? Ну, я не воевал тысячу лет на нем. Он так настроен. Ну, воевал. Тогда давай на Су-27, а я 25-ю возьму. Ну, давай попробуем. Или можем втроем, их уже трое, F-16 и два F-18. Можем втроем лучше прикроем, потому что за нас только один Мираж летает, ну в смысле из истребителей, они нас просто сейчас всех пощелкают. 166-203. Что? Тебя плохо слышно. Направляешься сейчас? Я на возврате. А. Даже мне еще миль 20, наверное, примерно. Су-27 с Майкопа на Сочи. Не, я имею в виду, что за сайт. Body Spike Blue Flag. Body Spike пишется. Не, а там это фризит жестоко, плюс там боты. Но если большинство хочет, то пойдем туда. Я уже как-то сюда сел. Я тоже. Ну, мы вроде как собирались с начала недели полетать. Ой, я проморгал. Я уже около филда к ближнему подошел. Какой я шустрый. Откуда, с севера будешь сходить или откуда? С юга. Ты на рулежке? Давай, я в вираже, я оттормаживаюсь. Не, я еще мне тут. Я же с севера. С юга-то не страшно вообще.
Так я тебе в лицо же сажу. Ты же не довез до конца. Я там стою. Буду стоять, то есть пока еще не стою. Угу. Все, я уже развернулся, сейчас к дальнему буду подходить. 500. Все, зеленые горят, но прямой дальний прошел. Что, вы даже наземку никакую не покалечили? Да тут выжить я бы. Я успел убить. Записали, не пойму. Тут подвиг просто выжить, долететь и не сдохнуть уже там хорошо. Висит, не пишет. Я видел, что там я двоих убил. Вижу тебя. Тормоз, что ли, не выходит. А ты сторону выбери, red или blue надо написать. Red это за красных. Ты пока не выберешь, за кого летать, тебе не дадут выбрать ничего. В чате, в общем чате. Не в это, не за сторону, да. Вызови чат, напиши просто red. Латинская. Если убрал самолет? Да. Ctrl-Tab. Разве? Или Shift-Tab? Нет, Shift-Tab. Ctrl-Tab не сработает. Это за эту... Ну, за... Брал? Да-да, я вышел. Все. Все, 27-й беру. А, я-то полетел. Ты пока не заправишься, он не запускается, что ли? В смысле? Ну, там топлива мало. Ты можешь запуститься, но оно быстро кончится. Все хорошо. Там еще будет скатка. Я. ЭТ-шки здесь запрещены, по-моему, да? Да. А чё, какое выражение брать можно? Р-ки? Просто, Т-шки просто. Да, чё-то фризы какие-то. 203-й. 193-й. Дайте курс на ближайшую цель. 193-й. 203-й. Обнаружена цель. 2.07. Удаление 60 на 500. Дистанция не меняется. Так какое выражение-то брать? Подсказывать, я не знаю. Ну, по желанию. Просто ЭР-ки и ЭТ-шки запрещены. Или ты вообще в это не ориентируешься? Ну, ЭТ-шки-то, по-моему, тепловые, да? Нет, именно ЭТ-шки, я имею в виду. Т-шки можно брать. ЭТ и ЭР. ЭР запрещены. И 77-я. ЕТ это тепловая же? Да. Радиолокационная только получается? Нет, ЭТ и ЭР запрещены. ЭРки и Т-шки разрешены. Здорово, так. А как? Су-27 сначала можно вооружение повесить и руление. Так, секунду. Я что-то повесил лишнее. Так, что у меня? Господи, R77 что ли? АР-73, наверное.
топлива сколько брать? А, R77 нет. На полный бери. Странно, вот номер 25. Обнаружена цель. 1, 2, 2. О, господи, чужие. 50 на 500. Сближайтесь. 25. Обнаружена цель. 1, 5, 1. Удаление. 350 на 7. R77 нет. Ерок нет. ЭТ-шек нет. Так, а чё же тогда не повесил? А, или... А, время надо подождать. Господи, ты, боже мой, так нормально я всё повесил. Так. Отойду, пока заправляюсь. Заправка по плану. Перезарядка по плану. Принял. Сто двадцать пятый. Он забыл с радаром работать. Обнаружена цель. 1, 5, 1. Удаление. 260 на 5000. Сближайтесь. Блин, ну подфризывает прям аж неприятно. Чё-чё? Да фризит аж неприятно. Ну, у меня тоже фризит здесь. Это даже всё оптимизируют они. Блин, ну достали это. Фигнотень. Вообще, онлайн безнадёжный. Ну, везде эта хрень. Сделали? Нет еще. Вспоминаю, что он мне где-то. Сто двадцать пятый. 203. Обнаружена цель. 1, 2, 4. Удаление. 450 на 500. Сближайтесь. 125-203. Обнаружена цель. 1-5-1. Удаление. 350 на 2000. Стекло, надо же было так придумать. Дистанция не меняется. Твою мать, у меня спастат летит в лоб.
Я еще заправляюсь, заряжаюсь, и что там думает все. Меня уже встречают, облучают. Сближайтесь. Ловушек. А? Кью просто. Кью. Кью? Кью? Два желтых штаны, два раза кью, да? Кью. У меня не срабатывает. Она. А, о, хорошо. Я под атакой. Олег, ты опять торопишься. О, шанс нет. У меня еще заправляется до сих пор. Что так долго там? Бедрами. И? Бедрами носит. Да не говори. Ух, наконец-то, заправили. Ходи, ракеты мои. Хотите, обрадую? Давай. У меня 27-й же не настроен. Хорошо. Еще раз? Прилетел. О, страшно. Справа-то ничего. Так. Вроде как подвесился. Выпускаюсь. Командир, борт заправлен. А чего, прилететь не прилети? Ну, настроить надо. У меня же не настроено. Я вылет и все. До смерти. Да, тут на сушках летать это боль, надо. Ну 20, да, когда ты идешь, когда тебя заправят по 200, а потом тебя в ближайшие 5 минут сбивает, это херь какая-то. Причем. Вообще не говори. Так, ну я готов. Выруливай пока что, я сейчас тоже вот заправляет меня, подвешивает будет. Ну ладно, еще раз вылечу, но это хотя вообще жесть. 203. Обнаружена цель. 1-2-8. Удаление. 1-4-0-500. Ближайшее рулей на полосу 4-25. 203. Обнаружена цель. 1-5-1. Удаление. 350. На 7000. Дистанция не меняется. Где тут полоса-то, блин? В 10 иди, нажми. Так. Так вот ехали. Отъезжай по белой дорожке, да. Taxiway. Остановился. Не, с радаром разбираюсь. Ну я ж давно не воевал, вспоминаю, как кнопки назначены. 125-й, 203-й. Обнаружена
цель. 1, 6, 5. Удаление. 110 на 6000. Дистанция не меняется. Сто двадцать пятый. 203. Обнаружена цель. 1, 2, 8. Удаление. 220 на 7000. Дистанция не меняется. Чтобы получить подарок, нужно шуметь. User joined your channel. Всем так. Привет. Здорово. Да. А кто мне скажет, как отображается на правом дисплее чужие и свои? Чужие одна полоска, а свои параллельно две. Не на ИЛС, а на этом. МФД. На МФД, да. Не помните? Так я же это. Треугольничек там был такой, типа. А свои такая полосочка с жопкой белой. Жопка эта круглая. 120. Олег, я сейчас лечу и пойду курсом 165. Горы. Куда смотри, ладно? Радаром. О! Куда смотреть? Курсом 165. Фига тебя кидает. Меня? Ага. Удаление. Абсолютно ровно. 230 на 6000. Сближайтесь. Есть. Я не хочу запускать самолет. Не хочешь? Хочет. Я тоже запускал. 125-й. Обалдеть, вот тебе шваркает там, Олег. Да я ровно иду совершенно. А у меня на я вижу, что ты носом вверх летишь. Ты носом вниз. Теперь вверх. Офигеть. А ты где, я тебя не вижу? А? А ты где, я тебя не вижу? Я на филде. 203. Обнаружена цель. 1, 2, 2. Удаление. Им-то скоро? Я не знаю, мне не получается запустить. Я на траверсе. Второй раз уже. Обратным взлету иду. Нет, это не вариант. 125-й. 203. Короче, кино сегодня не будет. Да. 1, 4, 1. Удаление. 70 на 45 тысяч. Сближайтесь. 1, 26. Орут на ноль поставил? На полосу, да. Да уже второй раз говорю такое. Вот первый раз нормально все было, сейчас заправился и подвесился. Пошло. Сохранил. 205-203. Обнаружена цель. 1, 2, 9. Удаление. 400 на 500. Расходитесь. 125-203. Обнаружена цель. Кружочек и точечек это враг. Удаление. 260 на 500. Кружочек такой. Сближайтесь. Там треугольник типа будет. А треугольник это враг. Обнаружена далеко. 1, 5, 1. Удаление 350 на 7000. Вот. Дистанция не меняется. Двойная полоса тут всего. 203. Обнаружена цель. Чтобы понять, на какой высоте. Хорошо. Удаление 50 на 500.
500. 1-4-0. Когда двойная, это свой или чужой? Твой, да. А одинарный чужой? 25-й. 203-й. Обнаружена цель. 1-3-5. 125-й. 8. Обнаружена цель. А дистанция какая? 5-4. Блять, меня уже убили. Бля, ладно, что. Это, блядь, сервер такой, что все тут. Около аэродрома, я еще никогда не улетел, как там? Ну, я тоже сам, как-то 500, он 2 минуты. Ладно, выходим там, без там без налёвок. Меня, кстати, берёза молчала, блядь. Тепловухи бахнули. Может даже слово. А ты же говоришь, что их нельзя бахать, тепловухи, брать. Можно, тебе нельзя энергетические ракеты брать, то есть там Э, Р, Э, Т, которые типа дополнительно у них там расстояние еще больше. А. Обычные такие там, ну. Это я полчаса сидел, заправлял, чтобы полететь 5 минут? Да, да, да. Здесь так. Такая вот история. Бред. Почему? Тут просто щелкать нельзя, вот и все. Да как щелкать? Ты не видишь никого в основном. Ну, берешь, сажаешь кого-нибудь за наземщика, вон палит, СРС-ку включаешь, слушаешь там, что другие говорят. Тут в командном, ну, в командной работе тут бесполезно одному заходить и что-то делать. То есть однозначно будешь страдать. Не, это лучше создавать серию, это лучше вот воевать, а это, ну, блин. Хер поймешь, их фризит, я сдолбался, глаза устали. Пошлите к этим. Жулину. Не хотите? Сейчас я остыну немножечко. Не психуй, Олег. Да бесит меня эта хрень. 125-й. 203-й. Обнаружена цель. 1-5-1. Удаление 350 на 7000. Три чувака решают за 7-100. Чё ты говоришь, Дим? Три чувака, говорю, за синих все решают. Там три пилота синих. И не всех бьют, да? Ну. Причем на кликабельных машинах. Там еще надо, блядь, кучу кнопок включить. Ну, если они с этого сервера просто не вылазят, всю жизнь там сидят. Сегодня пришла этому Андрюхе посылка. Обратно? Ну, за день пришла. Так а что они раньше времени отправили обратно? Ну, потому что застали. А что за посылка? Ну, вот, по-моему. Просто дорогая, знаете, испугались? Ему не отправили, он получил ее или не получил? Да я был в командировке, мне пришла тоже там за пару дней она. А потом они, блядь, короче, не знаю, что с ней делать, я штурбу не поднимаю в России. Вот, они подождали там дней 10 и назад ее отправили. Получается. Мне там уже в конторе это пишут, говорят, что, бля, забери посылку. Я говорю, у меня в командировке. Обнаружена цель. Ты тоже купил штурм? Да нет, Андрюха через него. Он просто дешевле так. Там же в Европе дороже получается. Так ты его получили или так и не получили? Получил в втором разу. То есть ты ему Андрюхе отправишь теперь? Да, сейчас надо. Редко, знаешь. О, на гипашка летает. Пашка, на чем? На 190. Нам не зашел, засранец. Че, обиделся, что ли? Ну, он стрим, наверное, посмотрел и понял, что не надо делать нечего с ними. А что за РР Иван? Мишин старый склад. Удаление 50 на 10000. Расходитесь.
223. Обнаружена цель. 151. Удаление 350 на 7000. Сближаясь. 225-203. Обнаружена цель. 289. Удаление 200 на 60000. Дистанция не меняется. User disconnected from your channel. Обнаружена цель. 1, 2, 3. Удаление 450 на 500. Расходитесь. 225-203. Обнаружена цель. 1, 5, 2. Удаление 350 на 7000. Дистанция не меняется. 225-203. Обнаружена цель. 1, 5, 3. Удаление 350 на 500. Дистанция не меняется. Обнаружена цель. 1, 2, 2. Удаление 500 на 500. Дистанция не меняется. 1, 2, 5. Сократ, разрешаю руление на полосу 4. 225-203. Обнаружена цель. 1, 2, 2. Удаление 500 на 4000. Дистанция не меняется. 225-203. Обнаружена цель. 1, 5, 1. Удаление 300 на 500. Сближайтесь. 225-203. Обнаружена цель. 1, 6, 7. Удаление 90 на 20000. Сближайтесь. 225-203. Обнаружена цель. 1, 5, 1. Удаление 350 на 7000. Дистанция не меняется.
225-203. Обнаружена цель. 152. Удаление 300/500. Сближайтесь. 125-203. Обнаружена цель. 152. Удаление 350/7000. Дистанция не меняется. Заправка по плану. Перезарядка по плану. Командир, нет возможности. Командир, борт заправлен. Обнаружена цель. 150. Удаление 350/7000. Дистанция не меняется. Обнаружена новая цель. 174. Удаление 130/500. Расходитесь. Thank you.
Я тоже смотрела, сколько мало держат дома. Конечно, нет. Не обучаются. Даже лисенка берешь, все равно он дикий. Я не пища. Ну да. Да. 6. Я сейчас на сушке лечу к сачам. Если собьют или вернусь, я скажу тогда и попробуем. Хорошо. Thank you.
23, 125. Дайте курс на ближайшую цель. У меня тут все враги, люди, а они очень далеко. Я до них не долечу. Сейчас на Сочи схожу, убьюсь об чё-нибудь. Смотрю запись, это оказывается только запись тебя пишет, а их нет. Противников не видно. Так ли? А, это плёхо. Чё-то я думал, что пишет почему-то. Полетело, и никаких ботов здесь уже нет на Сочи. Стоило сразу брать 27-е. 203-й, 125-й. Дайте курс на ближайшую цель. 125-й, 203-й. Обнаружена цель. 1-4-4. На следующий раз так и надо, чтобы два прикрышки были, один стрельнул. Пойду на Сочи выманивать эти ракеты по ПВО. Сближайтесь. 125-й, 203-й.
третий. Обнаружена цель. 1, 3, 9. Удаление 230 на 500. Сближайтесь. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Толда, что ли, тебе сидит? 125-203. Обнаружена цель. Ракета. 1, 2, 4. Удаление. 180 на 3000. Сближайтесь. Предельная перегрузка. Предельный угол. А ты смотришь? Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Олег, ты смотришь, что ли? Да. Там никто не смотрит. Ну вот я сейчас повыманиваю у них зеркашки. А вот это откуда летит, не пойму. Я думал, там наземщик переключил ПВО в этот, в зеленый режим, чтобы она не срала. Вон, если дым видишь, сработали взрыватели на ракете. Сейчас еще раз подойду. 203-й, 125-й. Дайте курс на ближайшую цель. 125-й, 203-й. Обнаружена цель. 1, 2, 4. Удаление 160 на 2000. Сближайтесь. Ко мне дружбаны вон летят. Что-то мне страшно. Надо уходить. Вон пушки пошли. Здравствуйте всем. Привет.
что, алкоголики, летаете? По себе ты нас не равняй. Блин, я же не могу сказать, что я алкоголик, летаю. 203-й, 125-й. Тарас не приходил сегодня? ТР, который такой есть. 125-й. Заходил ТР? Нет. Обнаружена цель. 1, 2, 3. Что-то там на Корею зайти. 130 на 500. Сближаюсь. Тебе идет, да? Угу. Да я вот думаю, надо в горы уйти, спрятаться. Сейчас типа я ухожу. Километров еще далеко, надо чуть-чуть отлететь. Да я боюсь, это F-14. Что-то прошлая встреча с ними заканчивалась печально. Вообще хочу сейчас уйти чуть-чуть в горы, спрятаться и там развернуться, его в тепле искать у ЛС, чтобы радаром не палиться. Да, вон он за мной вроде летит. Ощущение, конечно, в кабине 18. 125. Клевое, да? Блять, так похоже на реальность. Удаление 80 на 500. Сближайтесь. Дело на меня. Красавцы. Он догонит мир? Он? Да он, это, я надеюсь, он топливо сейчас жгет. Он быстро летит за мной, по идее. Конечно, догонят. Сейчас чуть-чуть отойдем к себе. Сейчас я поднимусь, чтобы он меня видел. Я хочу в хребты сейчас это нырнуть чуть-чуть подальше, потому что около Сачем не чревато. Он чуть что под аэродром уйдет, а мне там потом ракету ловить. Нафиг надо. Ух, блять, а вы где-то так летаете? Бадди Спайк. Завара, ты где? Он кино смотрит мое. Стримишь? Да. Ой, блядь.
Привет. Привет. Здравствуйте. Здрасте. Что делаете? Тихо. Они, блин, ракетки пуляют на бодиспайке. Извращуги. Ух ты. ЛДП. Обнаружена новая цель. 1-4-3. Удаление. ЛДП пойдет. Сбежайтесь. Я думал, ты сейчас скажешь, пошли, Боб. Устал. О, Берлинскайт заработал. Удаление. 60. Ты появился? Там Боб заработал ожидаемо. Банально просто. А в Бобе никого что-то нету сейчас, блин. Ты в Боб, к нам заходишь через Боб? Да нет, я в Steam включил, что-то никого не вижу. Облучает. Нафиг прячусь. Рассказывали, тебе все говорили не покупать AMD. Да. Не, это я когда это самое говорил, так еще против Windows 5. А что ты подолазишь в эту Windows? Так не да. Интересно посмотреть. Он как-то так раньше чик сразу запускается, а сейчас проходит секунды 3, блять, потом раз и начинается. Питер там отвертки творили. Как без отвертки-то? Я всегда сына ругал, вот я лезу куда-то в компьютер, я могу вернуться, а ты можешь вернуться? Нет. Тогда, говорю, не лазь. Черт, он тоже дырнул, походу. И ну кабину хорнет, конечно, нет. Паника чистая. Ух ты, он вот слева. 125-203. Цель рядом. Все, он рядом где-то. Ты его прям визуально видел? Так это, дрло сказала. Сближаетесь, да? Да уже цель рядом сказал. Я боюсь, что мы прошли. Вау, блин! Я и дерево не заметил. Ах, вот я. Привет, спану. Да. Да я боялся на высоту выходить. Плюс тримернулся чуть-чуть на отрицательную, по-моему. Кто там? А, ну он F-18 там летал. Угу, блин, вот было бы интересно. Где тут остальные-то у нас летают? 50-е.
Слушай, а всех походу лагает. Вот я смотрю, Су-25 что-то прыгает туда-сюда. Да, К-50 что-то ковыряется, походу. Траблы на серваке. Я сегодня на Олега смотрел, он там вообще летел пузом вперед. А у меня все нормально было. Блин, сервак что-то вообще. Хорошо где-то летать. Так, ну, на сегодня хватит, наверное, уже бодиспэк. Надо потренироваться, а то что-то давно не летали. Плюс не настроено ничего. Жесть просто. Ну-ка, а я могу вообще ПВО? А, все. Тут ПВО нельзя регулировать. Там красный, зеленый, то есть стрельбу отключать, поэтому... Она в автомате обстреливает все. Блин, да что ж такое? Что там? Да я на 18-м все пытаюсь. Так, ладно, спасибо всем, кто смотрел. Постараемся в следующий раз поаккуратнее.